Строительство новой ледовой арены на проспекте Юрия Гагарина, 8, Санкт-Петербург, 1 декабря 2021 года. Завершаются монолитные работы по всем 14 секторам. Залито 137 тысяч кубометров бетона. На отметке плюс 35 метров идет подготовка к монтажу металлоконструкций центрального купола кровли. Монолитные трибуны устанавливаются на отметках плюс 25-35 метров. Всего смонтировано более 60%. На минус первом, первом и втором этажах выполняется отделка помещений и монтаж инженерных сетей. На 36 метров погружаются буронабивные сваи под фасад арены. Ежедневно на площадке строительства работают 2796 человек. СКА-арена. Главная площадка чемпионата мира по хоккею 2023 года.